19 января – особый день календаря в Казахстане. Более 10 лет назад его провозгласили как неофициальный день независимости республики. Однако широко он не отмечается, и простые обыватели о нем практически не слышали. Знаете, что сегодня день демократии? Нет, это все. Сегодня день демократии. Серьезно? Серьезно? Нет, не знаю. День демократии появился в Казахстане 19 января 2002 года, когда в Алматинском цирке состоялось общее собрание оппозиционных сил, положившее начало движению «Демократический выбор Казахстана». В этот день ранее вручали премию «Свобода» за вклад в становление демократии в республике. Но как только диктатор Назарбаев объявил охоту на лидеров оппозиционных движений, премия канула в лету, а праздник отмечают, пожалуй, лишь немногие люди. В казахстанском городе Семей практически каждый житель уверен, что живет в демократической стране. Как вы считаете, вы живете в демократическом государстве? Да, еще ближе к демократии, потому что мы живем в стране, где мы можем сами выбрать своего лидера и сами выбрать, кто будет сидеть у нас в парламенте. Ну и кроме того, мы можем выбрать даже администрацию города. Что для вас демократия в вашей жизни? Это свобода мнения, свобода слова. Как вы считаете, у нас демократическое государство? День демократии в диктаторском государстве – это словно пир во время чумы. Разницы совершенно несовместимые. По сути, напоминают сталинскую конституцию, куда издевательски были добавлены статьи о неприкосновенности личности и тайне переписки. Назарбаеву, как и Сталину, удалось, пожалуй, невозможное – убедить людей путем запугивания, пусть и в призрачном, но светлом будущем.